Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами канал Тортология и я Людмила. Сегодня у нас 29 августа 2019 год. И это говорит о том, что месяц заканчивается. Время подошло для того, чтобы делать расклад на следующий месяц. Итак, тельцы. Тельцы, и для вас расклад, что вас ожидает в следующем, то есть в сентябре месяце 2019 года. Что ожидает тельцов в следующем месяце? Рыцарь посохов, десятка пентаклей, двойка мечей и туз мечей. Я хочу сразу перекрыть туз мечей, посмотреть, что же, какие же действия, на пороге каких больших таких действий вы стоите. Ага, хорошо, это правосудие, карта правосудия. Итак, начнем. Значит, дорогие мои тельцы, для начала хочу сказать, что карту месяца задает вам десятка пентаклей, которая говорит о том, что ну вот финансово у вас, в общем-то, все, ну я бы не сказала, что плохо, более-менее хорошо. Вот прекрасная поддержка семьи, родни, то есть как-то вот в сентябре месяце у тельцов задумываться о том, где взять денежку, такой проблемы не будет, и это хорошо. Но ситуация в сентябре складывается для тельцов так, что вы получите какое-то, и очень скоро получите какое-то известие, которое вас не очень будет радовать, оно вас даже, может быть, где-то шокирует в какой-то степени и огорчит, вот так вот. И как я сказала, почему я перекрыла туз мечей, значит, здесь такой вариант. Либо здесь у вас идут какие-то разборки, где вам придется принимать какие-то серьезные решения, взвешивать за и против, принимать чью-то сторону. Либо судебные какие-то разбирательства у вас начнутся, или вы как бы думаете об этом, что вот как они вас тревожат немножечко, может быть, вы сопереживаете. И вы думаете, что надо вот как-то бы разобраться с этим делом, либо же вот по здоровью придется, как бы готовитесь к какой-то операции. Вот взвешиваете, что идти не идти, а может быть уже идти, что карта говорит о том, что пора принимать решение. Вот в таком вот отношении. Чего не будет? Не будет ситуации, я прошу прощения, я тут с переездом выбрала себе оптимальный такой вариант делать расклады на улицу у себя, значит, на порче, и у меня тут немножечко ветрено сегодня. Так вот, чего не будет? Не будет того, что вам не придется принимать какие-то... То есть у вас будет возможность разобраться в ситуации, у вас будет возможность принять решение. То есть вы не будете скованно сидеть, то есть ситуация должна будет решаться мимо вас, проходить, и вы не сможете принимать в этом участие. Нет, вы, да, от вас зависят все действия, об этом нам сказал туз мечей с правосудием, и вы действительно будете активно как бы действовать. Вот так вот. Ну что ж, дорогие мои тельцы, в принципе, месяц неплохой, подводя итог, радует, что в финансовом положении у вас затруднений не должно быть в сентябре. Вот, и, известие какое-то будет у вас, которое вас немножечко огорчит, неприятные какие-то новости вы услышите. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, спасибо вам, что вы смотрите мои видеопрогнозы. И оставайтесь со мной. В конце следующего месяца, в конце сентября, буду давать прогнозы на октябрь. Вот. И думаю, что будет хорошо. Все будет хорошо. Значит, с вами была Людмила и канал Тортология. Всем пока!